Друзья, у меня для вас печальные новости. На 74-м году жизни скончался легендарный Леонид Вениаминович Володарский. Спасибо за детство и вечная вам память. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер. Киборг-убийца.